Садитесь, пожалуйста. Сейчас нам скажут. Ну, там часть лекции выложена, видели, да? Не видели? На канале Фонда Рабочей Академии YouTube, на YouTube. Да, так, есть там человек. Степан Степанович, можно начинать? Да. Здравствуйте, товарищи, еще раз. Тема сегодняшней лекции – политический спектр. Что такое политика, мы с вами разобрали в прошлый раз. Что такое политика, еще раз, кто скажет? Ну, как-то у вас только власть получить и все, и сесть, и получать потом взятки. Как? Борьба и удержание. И удержание еще не все. Ну, удерживаю. Сижу, то есть я сел и держусь за стул, бюрократ. За завоевание, удержание и осуществление. И осуществление обязательно. Иначе вот уберешь, получается, вроде как власть взяли и держатся за стулья, чтобы их не скинули, а все-таки осуществление государственной власти. Потому что осуществление имеется в виду в интересах того класса, который ведет эту политику. Значит, политика – понятие двустороннее, предполагает, что борьба идет класса против класса, и один класс уже имеет в руках государство, а другой класс борется за то, чтобы это государство получить. Вернее, я неправильно сказал, не это государство, а получить государственную власть, но, как было в свое время показано Марксом и Энгельсом, нельзя просто взять старый государственный аппарат и пустить его в ход для новых целей. Поэтому нужно разрушить этот государственный аппарат, и это вот задача, которую рабочий класс должен совершить в революции. Ну а что нового внес сюда Ленин в эту теорию? А Ленин показал, что вот эта вот задача разрушить, уничтожить старый государственный аппарат, как это на практике делается? На практике это не сводится к ломке. Никто не приходит, столы, стулья не ломает, людей не трогает. А что предпринимается? Как эту задачу решили большевики превратить старый государственный аппарат в ничто? Создать новый государственный аппарат. Сначала рядом со старым, а потом старый не сложить. И лучшие, так сказать, силы, какие есть, и которые можно использовать на государственной службе, перевести в новый государственный аппарат. Вот эта вся операция была проведена путем работы в Советах и путем того, что Советы и представляют собой новый государственный аппарат, на службу которому перешли наиболее квалифицированные, можно сказать, и наиболее толковые государственные служащие, которые думали о стране, о народе, там, о трудящихся, а вовсе не только о своем личном обогащении. Но вот известно, что самые квалифицированные военные кадры оказались в Красной армии в ее руководстве, а в Белой армии оказались люди менее квалифицированные. Причем у большевиков было правило «партмаксимум», что означало для борьбы с бюрократизмом в государственном аппарате, которое состояло в том, что члены партии больше чем 500 рублей не могли получить на руки, а все остальное жалование поступало в партийную кассу. Ну вот если у вас, допустим, 1000 рублей заработная плата, то если вы член партии, то 500 домой несете. А если вы не член партии, то если у вас 800 рублей зарплата, 800 и несете. Вот я разговаривал с одним товарищем, который знал работников железной дороги, говорит, директор, начальник железной дороги соответствующий, получал 1000 рублей, а партмаксимум 500, значит, 500 в партийную кассу, домой 500. А его заместитель, главный инженер, 800. Не член партии, 800. Поэтому такой вот тяги, борьбы за то, чтобы во что бы то ни стало войти в правящую партию, не было. То есть правящую партию
шли люди не за заработком, не за высокими зарплатами. А если мы возьмем послевоенное время, особенно вот время Хрущевско-Брежневское, то мы знаем, что просто отбоя не было от желающих представителей интеллигенции войти в партию рабочего класса. И как решалась эта задача в брежневский период? А очень просто. Набирать интеллигентов без ограничения в партию, а потом добавлять рабочих, чтобы рабочих из числа вступивших в партию было 59,2%. То есть уже невзирая на то, какие рабочие, что за рабочие, передовые ли они, или они весьма зараженные мелкобуржуазностью. Поэтому стало происходить то, что хотел реализовать в свое время Зиновьев. Зиновьев предлагал довести число рабочих в партии рабочего класса до 90%. И Сталин возражал ему, говорил, что у нас сейчас в РКПБ 60% рабочих. Это рабочие, которые действительно прошли такую службу на работу на крупных промышленных предприятиях. Это городской, заводской пролетариат, о котором Ленин писал. А вот если мы начнем еще дальше принимать рабочих, то мы уже начнем принимать рабочих, которые вчера еще были крестьянами. А крестьяне вчера еще были мелкими буржуа. И наша партия будет красиво так смотреться, 90% рабочих, и станет мелкобуржуазной партией. Поэтому, ни в коем случае этого допустить нельзя, и мы вот так широко двери партии открывать не будем. То есть будем это делать очень с большим досмотром. Коли речь идет о политической борьбе, политика есть классовая борьба, то каждый класс должен организоваться для этой борьбы. А что значит организоваться для борьбы? Значит, создать свой авангард. В чем задача авангарда? Что такое авангард в переводе на русский язык? Потому что так уже это авангард – слово русского уже языка. Но оно взято с немецкого. Аван – передовой, гард, передовая охрана, передовой отряд. Авангард – это передовой отряд класса. Значит, каждый класс для того, чтобы вести успешно политическую борьбу, должен создать себе передовой отряд. Авангард. В чем задача авангарда? Первое. Научно осознать экономические интересы своего класса. Это раз. Второе. Внести сознание этих интересов в класс. Поскольку одно дело иметь интересы, а другое дело осознавать их. Правильно? Это разные вещи. И третье – организовать борьбу класса, сознательную борьбу класса за его осознанные интересы, за осознанные классом интересы. Вот три такие задачи. Три такие задачи стоят у авангарда класса. Если у класса такого авангарда нет, по каким-либо причинам, то если он не осознает, не выявляет экономические интересы класс своей собственной, раз. Во-вторых, он не организует, не вносит сознание этих интересов в класс и не организовывает класс для борьбы за эти интересы, то его борьба победоносной быть не может. Вот я посмотрел документы, устав, принятый, отредактированный на 19-м съезде, там однозначно написано, что про партию политическую, про КПК. Что написано? Кто из Китая? Вы из Китая или я из Китая? Нет. Вы из Китая. Что написано про партию? Ничего не знаете, да? Вы почитайте про КПСС тогда. Или про Единую Россию.
Значит, там написано, что Коммунистическая партия Китая является авангардом рабочего класса, а, соответственно, и всего народа. Ну, понятно, что если рабочий класс, он в авангарде идет народной борьбы, то вот, а Коммунистическая партия Китая – авангард рабочего класса, и потом уже... Вот это написано очень четко. И тем самым, если она обеспечивает политическое господство интересов рабочего класса, то по существу имеет место диктатура рабочего класса. По существу. По форме такого слова нет теперь, а было. А по существу, если это партия рабочего класса, которая и сознает, что она партия рабочего класса, является правящей и организовывает борьбу класса, и обеспечивает политическое господство этого класса, то, естественно, осуществляется диктатура пролетариата. Но это требует, чтобы, по крайней мере, устав хоть читали некоторые китайцы. Вы можете сказать, нас так много, как мы можем столько читать? Столько людей будут столько читать, это кошмар. Но у меня есть такой вопрос, а почему вот... Все вот это теоретически очень прекрасно выражено, а по практике Мао Цзэдун победил благодаря крестьянской восстанию, а не восстанию рабочего класса, как в Петрограде. Они сначала попытались... А почему вы думаете, что должно быть обязательно так, как вот в России? Ну, просто крестьянское восстание, это же не... И точно так же, это вот речь идет о том, что... В странах, в которых или было прямое колониальное господство, или самые реакционные силы были сосредоточены в городах, вот шанс победить в городах был не очень сильный. Это раз. Во-вторых, это была не первая революция. Первая революция не могла бы начать с деревни. Никак. А поскольку это была не первая революция, и была поддержка рабочего класса Советского Союза. Была или не была? Была. А вот в Советском Союзе, в России, разве основная масса, скажем, участников Красной Армии из кого состояла? Из рабочих или из крестьян? Крестьян. Ну и в Китае тоже есть крестьян. Что нового? Крестьяне. Но, значит, надо на какой-то рабочий класс опираться. В Монголии была революция. Она на какой рабочий класс опиралась? На российский. На рабочий класс Советского Союза. Потому что в Монголии победить... Буржуазию, если там еще рабочий класс не встал на ноги, было бы невозможно. А это можно считать иностранной интервенцией? Нет, нельзя. Интервенция – это когда вы вмешиваетесь. Когда вы помогаете, это не интервенция, а дружеская интернациональная помощь. Форма вмешивания. Если вы представляете интересы китайской буржуазии, то иначе как интервенция это вы не назовете. А если вы представляете интересы китайского рабочего класса, то это дружеская помощь и, как пелось в известной песне, русские с китайцем, братья навек. Знаете такую песню? Да. «Москва-Пекин». Да. Ну, вот, в соответствии с этой песней и в соответствии с дружбой, и более чем просто с дружбой, в соответствии с известным пролетарским лозунгом. Какой у нас самый главный пролетарский лозунг? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Вот пролетарии соединились, там мало китайских пролетариев, много. Но они соединились, эти малое количество китайских пролетариев с большим количеством российских пролетариев и осуществили то, что было в интересах широких масс трудящихся, крестьян прежде всего. Правильно? Но в Китае еще была такая вещь, которой не было в России. В Китае, как известно, главной культурой является рис. А для того, чтобы... возделывать рис, надо осуществлять ирригацию. То есть надо в масштабах всей страны осуществлять государственные ирригационные сооружения. Поэтому государственная собственность была очень широкой. Скажем, овладение этой государственной собственностью облегчало дело социалистической революции. А вот в России каждый крестьянин хозяйствовал на маленьком участке земли. Но в России тоже была община, про которую было известно и Марксу, и Энгельсу, и они даже говорили о том, что вот наличие в России общины, то есть коллективизм, который с этим связан, он поможет победить. А вот в Китае коллективизм связан с возделыванием риса. Ну, я думаю, вы понимаете, почему китайцы любят есть рис? Потому что там рис растет в Китае. А почему на севере России едят ржаной хлеб?
Потому что тут рожь растет. А если вы поедете на Украину или просто в южную часть России, там рожь не растет, там не любят ржаной хлеб. Почему они его не любят? Потому что его там нет. Как можно любить того, чего нет? Вот, скажем, в Казахстане мы были, когда Казахстан входил в состав Советского Союза на стройке. Мы строили там школу. Вот я был командиром отряда соответствующего в Кокчетавском районе. Там такой вкусный делали борщ, баранчика нам каждый год зарезали, каждый день выбирал наш завхоз баранчика, резали, и повар варил его. И нас кормили, лучше не придумаешь. Нет таких ресторанов, где так вкусно бы кормили, как нас кормили. А мы строили школу для детей совхоза, который был там. Вот. Причем состав там был немецкий, немцы в основном. Ну, еще 9 русских. Председатель колхоза поляк сикорский, а главный агроном кореец. Вот такой состав был этого села. Ну и надо сказать, что к нам очень хорошо относились, замечательно. Вот, и при том, что вот, такой многонациональный состав был, рассматривали, конечно, очень положительно нашу помощь. И мы однажды даже помогли найти потерявшегося ребенка. Не могли найти люди, пришли к нам в отряд, помогите. Мы, значит, все 40 человек отправились искать и нашли. Поэтому нас там очень уважали. И в 12 часов молоко привозили, и прямо, так сказать, кружками можно было пить, прямо на стройке. Замечательные были времена. Вот, надо сказать, что в этом совхозе, колхозе тоже вот чувствовалась общая заинтересованность и коллективизм. И понятное дело, что вот союз представителей разных национальностей может сыграть очень большую, иногда и решающую роль в этом деле. Вот, например, на конференции, которая была 22 апреля, присутствовал наш товарищ из Финляндии. Товарищ доктор философии Минкинен. И с ним взяли интервью. Вот там присутствовали товарищи с канала «Трепанация». И они повесили такую информацию об этой самой конференции. И спрашивают, а вот почему вот в Финляндии Ленина уважают? Уважают Ленина за то, что там была, что он признал независимость Финляндии. А разве это вот ответ представителя, так сказать, трудящихся Финляндии? Уважать Ленина надо за то, что он боролся за интересы трудящихся, в том числе и Финляндии. А независимость Финляндии привела к тому, что ее съели, как говорится, немцы. Там страшная была резня. Красных финнов вырезали. Причем участвовали в этом деле и финские контрреволюционеры, и немецкие войска. Что произошло с Финляндией? И что хорошего получила Финляндия от этого? А если бы, скажем, она не отделилась от России, а Россия, конечно, не могла удерживать ее в силу принципа признания права нации на самоопределение вплоть до отделения, то была честная позиция демократическая, не социалистическая, а демократическая. То есть вы имеете право отделяться. Но надо ли отделяться? Это вопрос, кто должен решать? Ну, малая нация. Вот вы отделились, и поэтому против контрреволюции вы остались наедине. И вас, так сказать, съели в Финляндии. Страшная кровь пролита была белогвардейцами. А вот если вы возьмете другие республики, они уже тоже были самостоятельные. У нас была отдельная РСФСР. У нас была отдельно какая еще? Украинская республика. Так? У нас была Закавказская федерация и Туркестан. Вот эта среднеазиатская часть. А вот что, так сказать, произошло в 22-м году? В 22-м году все эти страны соединились в единый большой Советский Союз. Причем они соединились на основе чего? На основе желания вот всех этих республик. Потому что в России сознание того, что в одиночку не победишь, было очень большое. В том числе потому, что Россия большая страна. И она, в общем, понимает, что если у вас много братьев на большом протяжении, значит, вы можете победить. А если вы будете изолироваться, вас поодиночке разобьют. Представьте себе, вот если бы в 1941 году на нашу страну
даже не скажешь, что это наша страна, если вот на страну, которая представляла бы собой некоторое скопление разных маленьких государств, Украина, отдельно Россия, отдельно Белоруссия, отдельно еще бы закавказские республики разделились бы на Армению, на Азербайджан и Грузию, потом там еще есть Узбекистан, ну и война бы объявлялась сначала в Украине, ну, слопал бы Гитлер Украину тут же, потом Белоруссию слопал бы, нет никаких сомнений, потом все, что окружало бы Россию, а потом бы взялся за Россию. А тут он столкнулся с тем, что у нас есть в России такие места, до которых как до неба было гитлеровцам дойти, где-нибудь в районе Алтая. И оттуда добровольцы шли на фронт, даже они призывали там на фронт, и погибло там столько же, такой же процент, как вообще в населении вот, прифронтовых областей. И сейчас такая ситуация. Я не знаю, вот вы в курсе дела, но вот сейчас вот помягчает по поводу Сирии Трамп. Знаете почему? А вот сегодня сообщение о том, что состоялось в Пекине, встреча состоялась министров иностранных дел стран организации сотрудничества. Как называется? ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. На этом совещании министров иностранных дел произошла встреча министров обороны всех стран, которые входят в эту организацию, Шанхайскую сотрудничество. Это такое событие большое. То есть до этого, так сказать, как бы оборонные вопросы не ставились впервые. При этом отмечено в публикации, что страны Шанхайской организации сотрудничества представляют 43% населения Земли. Раз. И 29% ВВП. Сколько в США ВВП? 17. В Китае 15. А в Шанхайской организации сотрудничества 29. И вот эти собравшиеся министры обороны обсудили вопрос о ситуации в Сирии. Но это же организация сотрудничества. Вот она сотрудничает уже по вопросам обороны. Ну, как вы думаете, это же определенный, как в политике, в дипломатии, знак для наших, как говорят, партнеров? О том, что вот тут вот, пожалуйста, вам 43% населения и 29% ВВП. Не надо вот шутить с огнем. Точно так же, как произошло с КНДР. Как только Россия и Китай сказали, что нет, не пройдет этот номер ни с какими попытками воевать с Кореей. Почему он не пройдет? А потому что в Китае и в России суммарный ракетно-ядерный потенциал намного выше американского. Намного выше. На сколько? Ровно на китайский. Потому что у России и США это паритет, а плюс еще китайский. И получается вместе Москва-Пекин имеют ракетно-ядерный потенциал больше, чем Вашингтон. Вот и все. Это же политика. А в политике что решает? Это дружба или классовая борьба? Классовая. А в классовой борьбе что решает? Вот вы сильнее меня, кто победит? Правильно. А если я сильнее вас? Пять я, то уже другой. Ну это же вопросы силы. Класс в борьбе, классовые силы. И здесь, и в дипломатии. Это одно дело разговоры, а другое дело вот собираются. То есть название такое. Собирается министр иностранных дел. А Китай как голосовал? Он проголосовал за резолюцию, предложенную России по Сирии? Вы не в курсе дела, да? Ну это чужая страна, понятно. Можно я вам сообщу? Китай проголосовал в поддержку резолюции, предложенную Россией. И еще одна страна проголосовала. Этого достаточно. Достаточно, потому что Китай и Россия – постоянные члены Совета Безопасности, и поэтому без их решения ничего не может быть. Виктор Иванович, у меня лекция, я вам перезвоню после лекции. Перерыв. Сейчас я скажу. Ровно полчетвертого. Хорошо, все, спасибо. Угу. То есть мы в интересное время живем. И та картина, которая была при Ленине, например, какая была картина при Ленине? Вот имеются разные группы империалистических государств. К моменту начала Второй мировой войны две такие группы. Одна вокруг Германии, вторая вокруг чего? Ну, даже, скажем, Англии, наверное, скорее.
Вокруг Англии. А после Второй мировой войны есть одна только группа вокруг Соединенных Штатов Америки. И что? И остаются только вот соцстраны. Во главе с Советским Союзом, пока был Советский Союз, а после падения Советского Союза во главе с Китайской Народной Республикой. Известна вам такая? Но... Почему во главе с Китайской Народной Республикой? Потому что она больше Кубы. По одной простой причине. И какой бы ни был революционер Фидель Кастро, надо понимать, что Фидель Кастро не удержал бы свою революцию, если бы его не поддержала кубинскую революцию страна под названием Советский Союз, которая поставила вопрос так. Ракеты, если вы берете на себя обязательства, руки прочь от Кубы. Но я знаю, что некоторые социалистические страны, например, КНДР, сейчас уже бросили Марса и Ленина. Страны никогда Марса и Ленина не читают. Вот если вам, если вы будете читать, вас же не наказывают, если вы читаете Маркса и Ленина. Вот у нас в нашей стране какой строй? Буржуазный. Ну, читать у нас Маркса и Ленина на каком, так сказать, вот уровне, как в обществе оценивается? Вот всякие у нас есть буржуазные группы, которые изучают общественное мнение. И что получается? На первом месте кто стоит у нас по опросам общественного мнения? В общественном мнении в буржуазной России кто? Не знаете, кто? Сталин? Сталин. А на втором? Ленин. Ленин. Ну? А у вас кто? У вас Мао Цзэдун. На каком месте стоит? Четвертый. А? Третий. А у вас написано, я не знаю, у вас вы читаете хоть свои решения, что у вас есть, у нас написано, что КПК руководствуется идеями марксизма-ленинизма на первом месте стоит, на первом месте стоит. Я имею в виду КНДР, а не КНДР, тем более. Но там Маркс и Энгельс. Да ладно, не рассказывайте мне, я там был 2 недели во главе делегации в 92-м году. Сейчас они уже убрали портрет Маркса и Энгельса в главном. Насчет портретов я не знаю, я знаю, что их... Я знаю, что их идеология базируется на марксизме-ленинизме. Так сказать, вот этот так называемый их особый вид чучхе, это диалектический материализм, так сказать, с кокорейской охраской. Но там Маркс и Энгельс в программе нет. Это не в программе должно быть, только люди изучают это. Там же это не закрыто, Маркс и Энгельс. Вот у нас в буржуазной России можно изучать Маркса и Энгельса? Да. Ну, так в чем проблема? И в Корее то же самое. А вы хотите, чтобы заставляли? Вас, вот я вас заставить должен изучать Маркса и Энгельса? Мне такие права не даны. Не даны. Заставлять я вас не буду. Можете не читать. Читайте всяких дураков. Если вам хочется читать дураков, читайте их. К чем я могу помешать? Никакого. Это во-первых. Во-вторых, человек должен думать не о том, что вот читать именно Маркса и Энгельса, а думать об истине. Если вы знаете каких-то более великих людей, которые лучше эти истины дали в области политики и общественных процессов, вот их надо читать. Кто лучше? Гегель. А? Гегель. Нет, Гегель в общественных процессах не тянет совершенно. Шопенгауэр. Ну, Шопенгауэр. Шопенгауэр хорошо говорил о том, что такое дети. Вот он говорил, что родители в детях любят свою любовь. Вот это мне очень понравилось. Замечательное выражение. Но так, что касается его роли в развитии понимания общества, она очень невелика. Ни велика и невысока. То есть, если мы стоим на почве истины, к чему нас Гегель приучал, то мы должны понять, что истину без исторического материализма, то есть без применения диалектического материализма к истории, вообще невозможно установить. Во-первых, нельзя обойтись без диалектического материализма. Если у вас диалектика идеалистическая, то вот вы возьмите самую, с этой точки зрения, интересную работу у Гегеля. Это лекции по философии истории. Ну и вся история как излагается? Есть абсолютная идея. Вот она проявляется то в одной войне, то в другой войне, то в третьей войне, то в революции она, то в другой революции и так далее. То есть все революции, войны, конфликты, все, что было, есть воплощение абсолютной идеи. Вас устраивает такая идея, такая история? Нет. Потому что такая история, она вроде основана на абсолютной идее. А кто эту абсолютную идею может познать, если ее можно познать только через ход истории? Но ход истории не в счет, а нужно саму абсолютную идею как бы познать.
Есть такая работа у Маркса «Критика гегельской философии права», где Маркс просто камня на камне не оставляет от представления Гегеля о праве, потому что у него представление о праве совершенно убогое. И вот я хочу вам сказать вот свои впечатления от прочтения философии права Гегеля. То есть Гегель гениальный, так сказать, в вопросах диалектики, здесь ну просто как какой-то котенок, у которого отдельные какие-то несвязанные мысли по поводу права проскальзывают, а в целом это реакционное произведение, которое доказывает, что вот прусское государство – это высшая степень развития государственности вообще. Прусское, современное, монархическое государство. То есть я даже загрустил после того, как прочитал эту философию права. А почему? Потому что не хватает двух опосредствующих звеньев, крупнейших. Во-первых, не хватает материализма, заслугу. Это надо приписать кому, прежде всего, чтобы материализм встал на место и занял соответствующее положение? Фейербаху. Фейербах своей книгой «Сущность христианства» по существу заставил Маркса и Энгельса поменять на противоположную свою точку зрения. Они же были гегельянцы, младогегельянцы, то есть идеалисты. И когда вот они говорят, вот мы перевернули Гегеля, лучше сказать, что с помощью Фейербаха перевернул этих младогегельянцев, и они из идеалистов превратились в материалистов. Но если вы просто перевернули философию Гегеля, она стала материалистической, то от этого она еще не может решить общественные проблемы. Не хватает в ней того, что является величайшим открытием Маркса и Энгельса. Как они до этого дошли, не знаю. Не знаю. Ну как вот открыли, вот как открыл Ньютон? Сколько людей лежало под яблонями, и сколько раз их било яблоками прямо по лицу, и так они не открыли. А вот Ньютон взял и открыл. И его так рассказывают, что вот он лежал, стукнул, он открыл тогда закон всемирного тяготения. Вот как Маркс и Энгельс за это, не знаю, как они до этого додумались, но они, проводя последовательно материалистическую точку зрения, они сказали, что нужно, и написали, что нужно объяснять материалистически историю, а не рассказывать, какой был где король, где какой был монастырь, кто к кому ходил. Это не наука, а описание. Описание. Описание – это хорошее дело. Писатели для этого есть. Они описывают еще интереснее, чем историки. И уж гораздо интереснее, чем философы. Ну, вот у нас, если вы зайдете с нашей стороны наверх, на третий этаж, вы там кого увидите? Сову Минерву, которая характеризует философию. А чем, так сказать, характеризуется философия? Она пишет серым по серому свои письмена. И в сумерках влетает эта вот сова Минерва, тоже серая. Ну, что вы хотите? Какие краски тут могут быть? Никаких красок нету. Историки хоть рассказывают, там, поп такой-то из такого-то города совершил то-то. Тут что-то интересное есть. Или какие-то черепки разбились. Это же интересно. А что философия-то? Бытие, ничто, ничто, бытие. Что такое? Ужас вообще. Так вот, Маркс и Энгельс сказали, что надо это поставить на материалистическую основу. А в чем? То есть они как бы переформулировали вот этот основной вопрос философии, что первично, что вторично, сознание или бытие. И вот первичность бытия они утвердили, а вот и переформулировали этот же принцип о первичности бытия и для общества, о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Так тут нельзя сказать, что сознание тут первичное или вторичное. Если человек появляется, у него и сознание есть, и бытие сразу. Тут так уже не сделаешь. Не будешь говорить, что первично бытие, а сознание вторичное. Это вот для материи в целом, конечно, было время, когда никакого сознания не было за отсутствием людей, обладающих сознанием. Правда? Поэтому эта первичность бытия выражается и в том, что сознание появилось на известном этапе и с известного момента, а не всегда было, правильно? А вот когда мы говорим об общественном бытии, общественном сознании, вы не разделите, вы не скажете, вот общественное бытие, есть люди, только они бессознательные. Ну, так если они бессознательные, то они и не люди.
Они, или вот есть сознание, нет людей. Такого тоже не может быть. Значит, тут это не проходило. То есть, вот они сформулировали, который, кстати, повторить обычно никто не может. Все начинают говорить тоже о первичности бытия общественного и вторичности сознания. И вообще не знает этот принцип исторического материала. Вообще не знает основная масса людей, можете проверить. Пойдите на Невском, соберитесь столько много людей, чтобы вас не побили, и спрашивайте каждого прохожего, в чем основной принцип, так сказать, вот исторического материализма. Почти никто не ответит. Не знаю. Ну, можете так по-хорошему поговорить где-нибудь. Но это надо в кафе зайти и так предложить чайку или еще чего-нибудь. Ну, как это надо? Исследовать же этот вопрос. Вот общественное бытие определяет общественное. И только тогда, после этого, вот появилась научная система. А кто еще за научную систему? Что-нибудь аналогичное дело? Никто. Более того, еще не освоили этот исторический материализм. Это наука, которая не освоена. Тут слишком много этажей. Тот, кто хочет сразу попасть в дамки, у него это не получится. Надо Гегеля, надо изучить науку логики. Вы изучили? Нет, отходи. Следующее. Надо изучить «Капитал Маркса». Три тома. Изучили? Отходи. Три тома вы изучили? Чуть-чуть. Чуть-чуть? В школе. У нас в школе. Три тома? Нет. Нет, отходи. Отходи. Так. Дальше еще что? Ленина полное собрание сочинений прочитали? Нет. А что вы говорите? Там у нас Китай, что нам? Вы сюда направили, великий китайский народ, вас сюда, а вы здесь сидите и не читаете Ленина. Сколько прочитали Ленина? Одно произведение. Одно произведение. Вот я прочитал 55 томов подряд. А что, китайский великий народ не может прочитать, что ли? Хоть один человек из этого... Из 1 380 000 000 не может Ленина прочитать? Слабо? И тогда вы оцените тогда роль Мао Цзэдуна и Сталина и других. Потому что Мао Цзэдун, между прочим, когда у нас в СССР отказались от диктатуры пролетариата, Мао Цзэдун выступил против Хрущева и написал, что это ревизионизм. И тогда, значит... так сказать, граждане из Советского Союза, руководители, нападали на Мао Цзэдуна, Китайскую Народную Республику. Обострение было отношение вплоть до, так сказать, столкновения на Даманском. И это столкновение было связано с тем, что Суслов и компания, Суслов, Хрущев и компания отказались от главного в марксизме, а Мао Цзэдун выступал за диктатуру пролетариата. А вы этого не знаете. Но он сделал революцию не по форме Ленина. Он сделал революцию по существу. По форме крестьянской войны. Ну, я сейчас могу вот снять пиджак, буду не по форме, буду все равно вам то же самое говорить. Что вы за форму хватаете? Он революцию сделал? Это как восстание. Как крестьянское. Ну, как там рабочие? Ну, Юхар, молодец. Если, значит, рядом есть государство, могучее государство, диктатура пролетариата, значит, можно присоединять к этому государству мировую революцию. Как вы? Рассматриваете как Ленин или не как Ленин? Ленин знаете, как рассматривают? Все это эпоха обостренной классовой борьбы. Революции, контрреволюции, цепь революции и контрреволюции в различных странах. Вот есть революция в России, вот она теперь пропала, Китай остался. А тут, значит, если есть революция в России, значит, можно путем прибавления крестьянских восстаний распространять. Рабочий класс появился в Китае? Но они были против. Кто? Рабочий класс? Нет, рабочий класс появился. Как они были против, когда Китай, так сказать, использовал колоссальные наши возможности, и мы вовсю занимались стройками в Китае, и строили, так сказать, промышленные предприятия в сотрудничестве. Я имею в виду во время крестьянского восстания, да. Рабочий класс Китая был против Мао Цзэдуна. Вы со всеми поговорили? Чего вы взяли, что он против? Нет, это просто... Вы говорите против, а вот политики, а мы сейчас говорим о политике с вами, и лекцию закончили о политике, а вы все говорите о разговорах. Вот если я, так сказать, с вами разговариваю, я должен исходить из того, что вы мне сказали, или в чем вы заинтересованы? Вот о чем я должен думать? Вы в чем заинтересованы? Сказать вам? Я должен спрашивать вас, в чем вы заинтересованы, или я могу и без расспросов сказать? Вот вы, как студент, историк, заинтересованы получить глубокие, фундаментальные знания. Раз. Второе. Оформить то, что вы получили, чтобы у вас оценка была отличная. А то вам никто не поверит, что у вас глубокие знания. А так у вас бумага будет. Бумага. Нужно сюда бумагу привезти из России буржуазной, что у вас глубокие фундаментальные знания по истории. Я
Для этого этот наш разговор между нами, вот, который сейчас идет, он не имеет никакого значения, а имеет значение ваша заинтересованность и моя заинтересованность в том, что вы получили эти знания. Вы что хотите сказать, что китайский рабочий класс не был заинтересован в уничтожении эксплуатации? Вы это хотите сказать? Вас кто прислал? Гоминьдан сюда? Нет? А покажите документы. Может, там написано, Гоминьдан направляет буржуазную Россию, имерек такого-то, для того, чтобы он лучше усвоил идеологию Гоминьдана. Так вот, я еще раз обращаю внимание на материалистический характер, вот понимание этих вопросов. Если речь идет о материализме, то мы сейчас думаем не о том, что сказал тот или иной рабочий или даже весь пролетариат. Вот Ленин специально писал, что дело не в том, в чем видит свою цель тот или иной рабочий или даже весь пролетариат в целом, а в том, что он исторически, согласно своему бытию, вынужден будет делать. Скажите мне, пожалуйста, китайский рабочий класс строил социализм? Строил. Ну и все. А он что, вопреки своим интересам строил, что ли, социализм? Что? Вопреки своим интересам, что ли, строил он социализм? Нет. Ну так все в порядке, значит. По существу все правильно. И никто не говорил, что надо обязательно по одному, по одной и той же линейки. Эта революция развивается, она вот уже теперь, одно дело революция первая, она может выйти только благодаря руководящей роли рабочего класса и все. А другое дело вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. А что, в Лаосе такой могучий, что ли, рабочий класс? Нет. У него рядом могучий Китай и Вьетнам, и Корея, которые, между прочим, вооружены. Поэтому лаосскую революцию не сидят. А скажем, если вы возьмете Филиппины, которые были не так далеко там находятся, и Филиппины были американской колонией, то там была вооруженная борьба, а после вот этих башен-близнецов американцы объявили, что тот, кто не с нами, тот против нас, заставили уничтожить центр международной филиппинской вот коммунистической партии в Голландии, лишили по существу поддержки руководства, и там вот уже я не знаю, какой результат. На Филиппинах, так сказать, все это захлебнулось. Революционное коммунистическое движение. И никак иначе тут не может быть. Вы за лозунг пролетария всех стран соединяйтесь? Или? Да, или только за повторение этого лозунга, а не за то, чтобы по существу его брать? Ну, слава Богу. Видите, мы нашли единство. Вы сомневались, что мы найдем единство с великим китайским народом? Нет. Вот, товарищи, это и не сомневались. Это вы сомневались, они не сомневались. Русские с китайцем братья навек, вы знаете, нет? Или вы считаете, что век уже закончился, все? Больше не братья? Век не закончился. Не, ну век это 100 лет же. Говорит, вот вы же отметили революцию, все, до свидания, расходимся. А я приехал посмотреть, как мы расходимся. Так, итак, политические партии. Значит, политическая партия – это что? Авангард класса. Вот этот авангард класса, про который мы говорили, это политическая партия. То есть политическая, не просто партия, может партия в шахматы быть. Потом она вам не партия, тут можно сказать, да? Хорошая партия. Кто? В России современных партий авангард буржуазного класса. У вас вопрос упрощенный несколько. У нас... Вы Россию знаете, нет? Знаете, у нас что? У нас какие драконы? Одноглавый или трехглавый? Трехглавый. Вот трехглавый дракон у нас и есть. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР. Образуют вместе авангард класса буржуазии. Вам это незаметно? Вы посмотрите за голосованием в Думе. Хоть когда-нибудь было, чтобы в одном каком-нибудь серьезном вопросе, серьезном, не пустяковом, а в серьезном, эти две партии голосовали различно. Никогда. Ни в одном случае. А возьмите вы Соединенные Штаты Америки. Там не орел, там дракон. Да. У нас змей трехглавый, а у них дракон двуглавый. Какие две головы? Демократическая и республиканская. Это же все это одна, это авангард класса буржуазии. Ну, такой раздвоенный.
Вам не нравится больше голосовать за республиканцев? Голосуйте за демократов. Надоело за демократов? Ну, голосуйте за республиканцев. Вот и все. И так народ кидает как мячик. А у нас вот выбор такой, три партии. Хорошо же. А вот теперь уже напрашивается и четвертая голова после этого операции с Грудининым, КПРФ. КПРФ предложила кандидата, который был членом «Единой России», но вышел. Причем вышел не из соображения, что он не согласен с политикой. Такого не было заявления. Мы такого шума не слышали, не знаю. Это раз. Второе. Не член партии. Не нашлось в многомиллионной партии. Ну, не многомиллионной. Там, наверное, 1400, наверное, КПРФ. Не более. Не нашлось ни одного члена партии, которого можно выставить на выборах. Ни одного. Теперь кого они выставили? Заведомого миллионера. Как вам нравится коммунистическая партия, которая выставляет на пост президента вообще кого-нибудь? Компартия может выставлять на пост президента? Что такое пост президента в буржуазной России? У нас диктатура какого класса сейчас? Буржуазии. Что, Компартия хочет участвовать в организации диктатуры буржуазии? Она предлагает лучшего президента, чем есть? Но раз она предлагает президента на пост для осуществления на высший должностной пост в системе диктатуры буржуазии, конечно, миллионер-то больше подходит, чем какой-нибудь коммунист, правильно? Вот коммунист совсем не подходит для такой роли. А миллионер, а зачем тогда она? Выставляя этого миллионера, она перестает быть коммунистической партией. Она и так-то не сильно является коммунистической партией. Название вообще в политике решающую роль играет или нет? Нет. Ну, никакой, не скажи, она привлекает. Как называлась фашистская партия? Социалист. Тихо. Вот. Громко. Ну, как полностью, скажите. Вот, национал-социалистическая рабочая партия Германии. Хорошо же называлась. А СР это лучше, чем РСДРПБ? Назывались. Ну, что такое РСДРПБ? Это что, это вообще не партия? А ОСР? Что такое ОСР? Знаете, нет? Да. Как это расшифровывается полностью? Социал-демократический. Да ладно. Вы чего? Какой? Где тут нет? Социалисты и революционеры. Ну, это же красивее. Социалисты, революционеры. Поэтому эта царская охранка, она... Ну, что за этими большевиками? Они книжки читают, Маркса читают. Это же... Маркса, вы знаете, что его цензура пропустила, «Капитал»? Говорит, все равно эту книжку никто не поймет. И пропустил. И она оказалась права. Многие не читают. Вот вы, например, не читаете ее? Я читал учебник. Ну, учебник, хорошо, да. Хочу вас спросить, а под Луной можно загорать? Под Луной загорать можно? Нет. Как это нет? Вы что, не знаете, что Луна отражает солнечный свет? Вы физику изучали? Да. Под солнечным светом можно загорать? Да. Ну, так о чем вы говорите тогда? Почему нельзя вот под Луной загорать? А? Можно. Ну, вот можно. Идем завтра загорать под Луной. Что надо взять с собой? Знаете, сейчас есть такие простыни, подогреваются. Включишь в розетку, и они такие тепленькие, лежи на них. Ну, годам к 50, к 60 будет легкий такой загарчик. Вы это для чего читали учебник? Чтобы «Капитал» не читать? Вы понимаете, что вы загорали под Луной? Ну, желаем вам успеха. У нас такой даже был Розенберг. Вот такие три книги напечатал. Три книги напечатано было для тех людей, которые загорают под Луной. Значит, дескать, для того, чтобы прочитать, это сложная книга «Капитал», чтобы понять теорию стоимости Маркса, надо прочитать вот эти три книги Розенберга. Человек прочитает одну, вторую, уж до Маркса он никогда не дойдет. Ну, время ограниченное. Вы же, если вы читаете что-то другое, значит, вы до гениальных книг не дойдете. Вы хотите их читать гениальных людей или дураков всяких. Гениально. Если будете вычитать дураков, что будет? Я стану дураком. Ну. Пересмотреть. Вы приехали за опытом. Вот опыт здесь вот у нас такой, что вот здесь вы приехали в страну, где
считают, что надо читать гениальных. Но не все так считают. У нас тоже много дураков, которые считают, что надо читать дураков. Но вы приехали не в страну дураков. Так, ну так вот мы, я на ваш вопрос ответил. У нас трехглавый дракон, и уже вырастает четвертая голова. А как насчет рабочего класса? Есть такой партия? Нет, а я вот вам зачем давал категорию становления? Ну, так а что вы хотите так? Если она только начинает, если вот видели ростки, только начинает пробиваться, его раз каблуком, и все, нету ее еще. Нет, чтобы сказать, как вот потом вы поправились, она в становлении. Это хорошо? Хорошо. Ну, вы что, историк? Никакой вы не историк! А надо сказать? Будущий историк. Да не будущий, вы сейчас уже историк в становлении. Вы историк в становлении, надо гордо носить свое, так сказать, знамя. Историк становления или вы не историк? Историк становления. Ну, а вы как изображаете дело? Так же и про партию. Не одинаковый критерий. Что партия, что вы и к вам то же самое. И вы тоже ведь историк становления. Вы не отказываетесь? Нет. А становление – это вот уже бытие. Но становление – ничто переходящее в бытие. Это же хорошо. Вы растущий историк, а не умирающий, как я. Это же хорошо. Поэтому есть партия в становлении? Вон, мы были на могучем мероприятии, кто его организовал? Можно без партии такое мероприятие организовать, чтобы это было в государственном могучем музее, и чтобы капиталисты даже возили? Ну, кто возил-то? Капиталисты. Ну? Так чтобы возили капиталисты? Чтобы... Вы думаете, это без партии можно организовать? Нет. Невозможно. Но она в становлении, поэтому это вот не везде так. Но лучше никто конференции такой не делает в СССР, бывшем. В России. Нету. В горках ленинских попробовали сделать конференцию, два профессора выставили по часу, по полтора. Народ поспал и разошелся, и все. А у нас, думаете, там, сколько там во второй части было профессоров? 6 профессоров подряд выступали. И сколько я им давал? 8 минут. 8 минут профессору дается. А он может говорить сколько? Посмотрите на меня, сколько я могу говорить? 3 часа. Какие 3? Бесконечное количество времени. Ну, почему бесконечно? 24 часа. Потом мне надо будет передохнуть и перекусить. Но кто не согласен, может проверить. Мы ставим, давайте сейчас какую-то сумму большую сделаем и проведем эксперимент. А скажите, пожалуйста, можно существовать две враждующих рабочих партии, как в буржуазном мире? Нет, нельзя организовать две враждующих рабочих партии, потому что истина одна. А почему две буржуазные? А потому что они обмануть же должны вас. Ну, буржуазия – реакционная сила. Да. Значит, она должна показать, что у вас есть право выбора. Некоторые спросили, что такое свобода. Это мало кто знает, что такое свобода. А люди говорят, это тот выбор. Вот выбирайте, демократическое или республиканское. Это же хорошо. А так сказать, что одно и то же, все какая-то буржуазная партия. Зачем? Почему одно и то же? Теперь за него голосуйте. Потом опять за него. Потом опять. И так меняйте. И этих самых... Президентов надо менять чаще. И все новое, 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 новое. А компартия там ревизионистская в Соединенных Штатах Америки. Она есть. Сейчас же в России существует несколько раз партий, которые вроде как позиционируются как рабочие партии. Позиционируют, это объявляют. А на самом деле их не существует. До некоторого времени я вот мог бы сказать, что РКРП, но после того, как они стали выдвигать кандидатов на пост президента, можно считать это рабочей партией? Нет. Нет, ну и все. Ну, например, революционная рабочая партия. Революционная рабочая. Если вам услышали слово революционное, значит, вам сразу напоминают. Не напоминают эсеров, нет? Это троцкисты. Троцкистская партия, троцкизм – это злейший враг ленинизма. Поэтому обязательно должны быть клоны, которые маскируются под рабочую партию, чтобы увести рабочих на буржуазный путь. Правильно делает буржуазия? Правильно. Вы бы на ее месте так бы делали? Естественно. Я и на ее месте так бы тоже делал. Но раньше же существовали большевики и меньшевики, например, большевики и меньшевики существовали, а рабочие партии, партии диктатуры пролетариата осталось только большевики. А меньшевики вообще сошли на нет. Знаете почему? Вы потому что не знаете отличия между большевиками и меньшевиками. По какому поводу разделились на большевиков и меньшевиков еще на втором съезде члены партии?
Вопрос включения людей в партию. Большевики выступали за партию для всех, что может каждый мог вступить. А большевики выступали за закрытую боевую организацию. Сами придумали? А где взяли? Учебник. Учебник? Поздравляю. Вот человек, у него есть Ленин и учебник. Он говорит, что же выбрать? Я же историк, беру учебник. Отдают. Шутники. Но это близко, это на отраженный свет как раз похоже, то, что вы сказали, на отраженный. Значит, две формулировки были. Одна формулировка, чья формулировка правильная была? Большевиков, чья формулировка была? Что в вашем учебнике написано было? Неизвестно чья? Большевики выступали. Ну кто предложил-то? Большевики. Один человек предложил формулировку на съезде. Фамилия? Ленин. Вот Ленин предложил. Какую вы никак не можете сказать точно, потому что вы читали учебник. Вторую формулировку какую предложил кто? Мартов. Вот это вы можете сказать. Мартова вы лучше знаете, чем Ленина. Значит, Мартов предложил формулировку. Какую? Что каждый... Кого считать членом партии? Не вступать, а кого считать членом партии? Членом партии считать того, кто помогает чем-то партии, в том числе материально, и все. А Ленин что говорил? Только считать того, кто входит в одну из организаций партии. Это слово вы в учебнике не нашли. В одну из организаций. А если в одну из организаций, то организация отличается тем, что она принимает обязательные для всех решения. Обязательные решения. И поэтому партия может выступить как один человек, если нужно будет совершать революцию. А если, как Ленин говорил, каждый профессор может стать членом партии, он иногда помогает. Я уже вам помогаю немножко в освоении. Запишите меня в свои члены, если у вас есть партия. Я иногда помню, а когда тут что-нибудь назреет, я так в стороночку отойду, неизвестно, чем дело закончится, лучше я сюда перейду. Правильно? То есть, вот разделилась партия на две части, и вторая часть показала, история показала, что она не является авангардом рабочего класса. То есть не является партией рабочего класса. Кто оказались меньшевики? Меньшевики оказались контрреволюционерами и участвовали в белогвардейских атаках против советской власти. Вот, так сказать, история. А история – это история. Она всех может рассудить. Можно ведь придумать что-нибудь, название придумать, но для названия для партии мало что значит. Потому что после того, как задача революции была решена, название поменяли. Какое название получила большевистская партия после... Победа революции. И когда? Не знаете, товарищи историки? Ну, вас не спрашиваю, вы про историю Компартии Китая расскажете. А? РКПБ. На каком съезде? Сами мы не местные, понял. На восьмом. На восьмом съезде в 19-м году, Российская коммунистическая партия и Б маленькой большевиков. Вот. Так, вот мы начинаем с вами. У нас название лекции не забыли какое? Я не забыл. Политический спектр. Вот мы уже нашли три буржуазных партии. Одну партию рабочего класса в становлении, Рабочую партию России. И остальных. Остальные что за партии политические? А сколько у нас всего партий? Вас не спрашиваю, вы не знаете. У нас на партии больше, чем у вас народу в Китае. Ну, почти. 74. Допущены к выборам 74 партии. Из них три партии буржуазии, то есть одна. И одна партия рабочего класса не зарегистрирована, она в это число не входит. Это не... А большевики были зарегистрированы в партии? А? Не, ну зарегистрированы были они или нет? Что, вот я сейчас вот... У нас царизм... А вот царь, я прихожу к царю и говорю, запишите, пожалуйста, нас, зарегистрируйте, что мы боремся с царизмом. И вы нас зарегистрируете в тюрьму сразу. Они не зарегистрированы как РСДРП. А большевики зарегистрированы? Нет. А партия была большевики, партия рабочего класса. Поэтому
Поэтому, значит, вот такая ситуация. Значит, все вот эти партии, остальные, 7, почти 70, какие? Какого класса? Нет. У нас какие классы-то есть в России? Три каких класса? Буржуазия, рабочий класс и крестьяне. Какие крестьяне? Какие крестьяне? Фильмов насмотрели. «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году». Какие крестьяне? Где увидели крестьян? Везде наемный труд. На селе наемный труд или крестьяне? Наемный труд. Но это рабочий хозяйственный. Да как называется третий класс? Интеллигенция. Да ладно. А? Интеллигенция. Интеллигенция не класс. Не надо так о себе, обо мне так думать, что мы с вами класс. Какие два уровня переназваны? А? Какие два уровня переназваны? Буржуазия и рабочий класс. Крестьянство? А? Нет. А мы уже об этом говорили, и опять как-то это улетучилось. Третий, вот, учитесь. Вот он, идеолог. Единственный человек знает. Мелкая буржуазия третий класс. Да, ну а может вы и определение знаете, вообще было бы шикарно. Мелкая буржуазия – это кто? Он сейчас скажет, ну уж вы хотите допрос, что ли? Что вы хотите, пить вопрос второй, пускай другие отвечают. Но он прав. Вы не знаете, кто такие мелкие буржуа? А вы специально так далеко ушли, чтобы я до вас не дошел? А вот там еще есть последнее, там скрывается мелкая буржуазия. Это кто? А? Предприниматели? Ну, в каком-то смысле они... Ну, у нас предприниматели много, смотря что предпринимают. Я вот предпринимаю такой поход к вам, чтобы узнать, что такое мелкая буржуазия. И вы не знаете, что такое мелкая буржуазия? Как? Мелкие собственники. Мелкий собственник. Вот если я мелкий собственник, выращиваю огурцы и сам съедаю, и солю. Я мелкий буржуа? А на продажу, например? На продажу. Вот. Вот. Ну, вас вместе, если скрестить, то получается определение мелкого буржуа. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Два человека это открыли. Маркс и Энгельс вот сидят там. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это обязательно, работающий на рынок. Если человек работает сам на себя, своими средствами производства, он трудящийся, и у него патриархальное хозяйство. Патриархальное. А вот если он выносит на рынок, то цель его производства какая? Производство чего? Получение прибыли. Производство чего? Чего? Что вы сказали? Цель его получения прибыли. Прибыли? Нет у него никакой прибыли. Откуда у него прибыль? У него нет рабочих, нет прибавочного продукта, нет прибавочной стоимости, нет необходимого продукта. Но это человек один работает. Какая прибыль? Цель производства какая? Продать. Ну, продать что? Просто так? Лишь бы продать? Ну, так лишь бы продать. Давайте по дешевке быстро продадите. Вот и приезжают перекупщики к мелким буржуа, так говорят, слушай, ну вам, вы же на этом рынке вас обманут, давайте сейчас вам живые деньги, давайте ваш там лук, морковь, что у вас есть. И забираю. Раз у вас цель продажа. Все-таки цель-то производства какая? У тех, кто работает на рынок. Вы себе рынок-то представляете? Вы представьте себя мелким буржуа, вы работаете на рынок. Вы что хотите получить? Деньги. Деньги. Вот человек знает хоть, Китай хоть знает. Деньги надо получить, стоимость получить. Это стоимость. Товарное производство производит стоимость. Цель производства – получить больше стоимости. А это значит, капиталист этому не противоречит, только он приходится часть стоимости ему уплачивать в качестве за стоимость рабочей силы, отдавать часть стоимости. Он получает прибавочную только стоимость. А мелкому буржуа ему хорошо, он всю стоимость получает, всю, но всю, которую он создал, а не чужой, не другой человек, не наемный. Производство стоимости. И они вот связаны. А если у него производство стоимости, если мне, как мелкому буржуа, удастся еще нанять кого-нибудь, вот вас двоих нанять, то кто я буду? Неизвестно. Неизвестно. Если я по 12 часов работаю, а вас сколько не заставлял, вы больше 2 часов не работаете. И получается 12 моих и ваших 4. Никакой я не капиталист. А вот если я сделаю так, что вы будете по 12 двое работать, это будет 24 часа. А я буду работать 2, потому что за вами глаз да глаз нужен. 2. Так я буду капиталист. И все, не буду я работать, капиталистом я буду.
Значит, в чем цель? Раз цель мелкого буржуа. А поэтому идеал мелкого буржуа какой? Стать настоящим хозяином и стать кем? Капиталистом. А как перспективы реализации этого идеала? Что происходит в буржуазном обществе с мелким буржуа? Их крупный капитал давит. Давит постоянно. И говорит, надо вас поддерживать. Так вот, поднимет так над водой. И опять под воду. Раз! Надо вас поддерживать. Опять раз! Под водой. И все меньше и меньше этих вздохов и вдохов и так далее. Вы не замечаете, как поддерживает у нас наш крупный капитал мелких буржуа? Не видели, как ларьки уничтожают? Раз, их и нету, и все. И до свидания. Класс мелкой буржуазии. Вот раз класс мелкой буржуазии, он пытается создать себе авангард. Ну, это мелкая буржуазия. Какой он может создать? Она много-много всяких партий набирает. Мелкобуржуазных. Сколько их? Почти 70. Несчетное число. Какую они роль играют в политике? Никакой. Никакой. Почему? Да потому что сам класс мелкобуржуазии. Или он к буржуазии должен примкнуть? Либо к рабочим. Ну, если вы рабочая партия только в становлении, куда примыкать-то? К становлению? Буржуазию примыкает основная масса. А буржуазия, раз к ней примыкает, она их и душит, естественно. А почему не полностью не удается задушить? Только получилось задушить. Повышает цены, раз передавило всех конкурентов. Эти цены такие высокие, что даже плохо организованное, низкотехнологичное производство тоже дает какую-то стоимость. И можно жить. То есть при монополистическом капитализме снова создаются условия для роста мелкой буржуазии. На почве высоких очень цен, монопольно высоких цен. А потому что пока была капиталистическая конкуренция, ну, передушили эту конкурентным образом буржуазию мелкую. А тут опять начинается рост. Вот такая картина. Вот вам в целом политический спектр. Можно сказать, вот мы смотрим так по партиям, да? Получается, по классам и партиям. Есть класс, партия, класс, партия. Вот мы получили такую картину. Что у нас есть мелкобуржуазные партии, каких только их нету там партий. А вот есть еще особо интересная партия Явлинского. Как называется? Яблоко. А яблоко, что это за партия? Что такое яблоко означает? Если... Это фамилии там основателей. А фамилии какие? Можно я скажу? Да. Болдырев, Лукин, Явлинский. Строго по алфавиту я говорю. Болдырев, Лукин, Явлинский. А если переставить буквы, будет яблоко. Причем, вот-то есть такой журнал «Коммерсант. Деньги». И вот мы в своей газете «Народная правда», ссылаясь на этот журнал, дали информацию о том, что яблоко поддерживается ЦРУ финансами. Ну, я думаю, вы без этой информации можете понять, что когда выступает Явлинский, что он говорит? Из Крыма надо уйти, из Сирии надо уйти, не должно быть государственного сектора, монополии. То есть разрушить государственно-монополистический капитализм и уйти назад. А там останется все в Америке, и тогда нас легко съесть. И не только политически, но и экономически. Потому что, ну, кто в экономике? Крупный капитал съедает мелкий капитал. Поэтому, вот, скажем, эта партия яблоко, это партия иностранного монополистического капитала, который выступает не за монополии, потому что иностранный монополистический капитал заинтересован в том, чтобы в России монополистический капитал был уничтожен. Поэтому и такой шум идет о борьбе с олигархами. Потому что если мне не удалось, я вот маленький-маленький капиталист, а у вас миллиарды. Что нужно сделать? Свергнуть надо вас, чтобы у меня были миллиарды. Поэтому обратите внимание, вот эти антиолигархические, так сказать, настроения или, вот скажем, попытки совершить, объявляет антиолигархическую революцию. К чему сводится? К тому, чтобы этих олигархов убрать, капитализм не трогать. Так если убрать этих олигархов, так они, мы же видим, что у нас растет как на дрожжах. Из обычных буржуа вырастает крупный, из крупного сверхкрупный. То есть, если вы оставляете капитализм, у вас олигархи будут обязательно. Поэтому это позиция завидующих. Мне завидно, что у вас много и слишком денег. Зачем вам столько денег? Дайте нам на троих половину.
Он не дает. Давайте против него сделаем олигархическую революцию и деньги его заберем. Это же справедливо будет. Справедливо. Знаете, вот нас трое, а вы один. А мы еще его попросим, и еще вот этих парней, и точно мы вас все заберем. Можете не сопротивляться, ваше сопротивление безнадежно. У нас антиолигархическая революция. И это все мы видели сейчас в выборную кампанию, кричали. Или, скажем, Навальный, кто его направил? Он с чем борется? С коррупцией. С коррупцией, да? А с коррупцией не борется товарищ Бастрыкин? Кто сажает в тюрьму коррупционеров? Навальный или Бастрыкин? Бастрыкин. А считается, что борется Навальный. Как-то странно, да? Один сажает, а другой считается, что борется. А как только начинают сажать, сразу начинается страшный рев по поводу того, зачем, за что это несчастные люди, да они ничего плохого не сделали, зачем вы их сажаете? Кому выгодна позиция Навального? Да ладно. Какой мел? А? Коррупционером. Ну, коррупционером. Каким коррупционером? Американским. Как же она ему выгодна коррупционером? Американского, думаете, брали? Конкурентом. Ну, а кто конкурент? Значит, нет, это неправильно все. Позиция Навального выгодна самому крупному капиталу у нас. Вот есть капитал. Вот капитал создал государственный аппарат. Какой? Буржуазный. Создал буржуазный государственный аппарат, эти сидят и гребут себе деньги. А надо, если я миллиардер, какой должен быть у меня государственный аппарат? Дешевый. Вы же все деньги просаживаете. Мне должны сюда идти, а они к вам попадать. Это ненормально, что вы такие деньги получаете. Будем с этим бороться. Вот Навальный с этим борется. Кто ему дает деньги на это дело? Что у него столько денег есть в каждом городе? Штаб сделать. Вы представляете, какая это копеечка? То есть в этом заинтересован а. крупный капитал, российский, и б. в этом заинтересован иностранный капитал, поскольку он заинтересован в том, чтобы, так сказать, позиции правящего класса России ослабли. У него свой интерес, потому что он ведет свою битву за ресурсы. Слишком много ресурсов достались такому малому количеству людей. Так получается. Об этом прямо заявляют политические деятели западные. Дескать, как это в России? Ну, какая территория самая большая? Очень много ресурсов. Надо забрать. А чтобы забрать, надо что сделать? Чтобы тот, кто класс, который предлагает, он ослабел. Чтобы ослабел, тогда у него и заберешь. Так. Ну, если это политика, то в политике люди, которые ведут реакционную политику, должны идти на всякие ухищрения, в том числе на обман и на подтасовку фактов. Например, вот сейчас какая ситуация в отношении химического оружия сложилась в мире? Какая ситуация? Страны, в которых больше всего было накоплено химического оружия, это прежде всего Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И еще ряд стран, в том числе Албания, у которых по сравнению с Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки немного было сравнительно этого химического оружия. А много его и не надо. И вот эти страны договорились все ликвидировать химическое оружие. Никаких точных сроков не поставили, а вот так договорились ликвидировать. И вот наши товарищи по старой советской привычке бурно взялись за дело, и в 1917 году ликвидировали химическое оружие. Пригласили эту ОСХО, Организацию по запрету химического оружия, и она выдала нам бумагу, что вот Россия полностью ликвидировала химическое оружие. Ура! И когда Владимир Владимирович выступил и доложил, а кому он доложил? А он доложил тем, кто хочет съесть Россию. Когда он доложил, никакого эффекта на международной арене не последовало. А эффект был такой. Тут же Соединенные Штаты Америки сообщили, а у нас мало денег для того, чтобы ликвидировать химическое оружие. И мы сможем его ликвидировать только к 2023 году. К 2023 году. То есть на сегодняшний день
Единственной страной, в котором громадные запасы химического оружия остались, являются Соединенные Штаты Америки. А Россия в довольно-таки интересном оказалось положении. Она ликвидировала, а теперь что? Теперь вы как не можете настаивать на том, чтобы быстрее, потому что у вас нет никакой силы на этом фронте. И вот то же самое в отношении Сирии. Сирия когда ликвидировала химическое оружие? В 2014 году. И то же самое пригласили Организацию по запрещению химического оружия. Зафиксировали, что нету у Сирии, нету никакого оружия. То есть теперь только туда могут привезти иностранные войска, или ИГИЛ, или другие иностранные войска. Нету там в Сирии химического оружия. А вот если у меня есть химическое оружие, а у вас нет, что я должен делать? Зачем вас пугать? Надо не пугать. У вас постоянно используется химическое оружие. То вы Скрипаля придушили, то вот ваши дружки там в Сирии. Вы за это несете ответственность России. Опять у вас там химическое. Кого обвиняют Соединенные Штаты Америки и их сателлиты? Тех, кто уничтожил химическое оружие. А это что, нельзя было продумать? Если в политике надо думать как? Досматривать до конца, что если вы все уничтожите, поторопитесь, то вас же обвинят. Думаете, вас похвалят? Не похвалят. Что вы сделали? У вас кругом это теперь химическое оружие. Откуда оно может теперь взяться? Только с территории Соединенных Штатов Америки. Из тех стран, которые не уничтожили. А ищут где? Ну, на территории тех стран, которые уничтожили. Это вас удивляет в международной политике? Ну, что должен делать, так сказать, реакционный класс в этой своей классовой политической борьбе? Идти на всякие приемы такого рода. Это обычный стандартный прием. Вас удивляет то, что показывали какую-то пробирку представителей Соединенных Штатов Америки, как Колин Пауэлл, и говорили, что это вот оружие массового положения, мы сейчас пойдем в Сирию и разберемся. Разобрались. Оружия никакого нет, но... А? В Ираке. В Ираке разобрались? Чем кончилось? Тем, что повесили президента, законно избранного, уничтожили всю ее семью, сына застрелили. Все это засняли на телефон и показали в наглую. Так, что нового сейчас происходит? То же самое. В Югославии что было? Дескать, какие-то там ущемления албанских граждан. А оказалось, что это были албанские боевики. Позвольте заметить, Югославия развалилась прежде всего по мнению грамотной национальной политики и угрозы Тидора. Что-что? Она развалилась по причине безграмотной политики Тидора в отношении национальной. Если я поставлю вам двойку на экзамене, это будет по причине того, что Иванов... И он же Петров, он же Сидоров, не объяснили вам, как правильно было излагать вопрос. Это обычное дело в политике. Кто вам это сказал? Вы с чьего голоса повторяете? Вы так повторяете уверенно. Кто это вам сказал? Если посмотреть, то там проводилась политика превращения во всех этих шести народов в единую югославскую нацию. Она не развалилась. Там 4 месяца бомбардировки. Сколько тысяч бомб было сброшено на Югославию? Вы в курсе дела? 19 лет назад. Бомб сколько сброшено было? 19 тысяч. Значит, страны никогда не разваливаются. Это вы сейчас вам рассказываю сейчас, что развалился Советский Союз. Развалился ли его, уничтожили? Ну, а рассказывать, что он развалился, это саморазваливающаяся страна, Советский Союз. Знаете, есть такая самоуничтожающаяся упаковка. На солнце полежала и все. И так и вы придумали социализм в России, который он саморазваливается. Вы тоже саморазваливающийся делаете? Но Югославия такое слабое, объединенная страна. Югославия воевала с фашистами. Очень удачно. Это страна, которая, в отличие от этой самой Европы, которая сдала все Гитлеру, она воевала. И у нее есть заслуги во Второй мировой войне, прогрессивные. Поэтому рассказывают про Югославию, что она слабая-преслабая. Ну, раз слабая, так вот нашлись сильные люди, которые напали на слабую страну, потому что всякие негодяи нападают именно на слабых, а на сильных не нападают. Нет, просто... Вот я на вас почему все время нападаю?
Ну, если бы тут все приехали, конечно, я бы не нападал. Но тут один сейчас из Китая, так на кого нападать? Вот. Ну, просто Югославия основана. Нет. Да вы о другом совсем говорите. Вы говорите об объекте, а я говорю о том, кто нападал. Ну, какая разница, что там было? Нападал-то кто и по какой причине? К чем мотивировали? Ну, как можно приехать просто в страну, в чужую, прилететь на самолетах и начать бомбить? Хорошо, а вы там не знаете, что сделали с китайским посольством? Нет? Я знаю. Ракету бросили туда? Да. Это что, слабый Китай, что ли? Слабый тогда еще был, да? Да. В этом дело. А не в том, что американцы фашисты? Ну, изначально у них были внутренние. Внутренние уже развалины. Чего? У кого? Югославия же не развалилась. Да мы не об Югославии говорим, мы говорим о действиях империалистических государств, которые напали на чужую страну. Какое имеет значение, какое внутреннее устройство этой страны? Я на вас вот напал. А вы говорите, так у них в семье вот у них все время споры. То есть я их всех поубивал. Говорит, так они спорили внутри семьи. А от меня полностью вина отводится. Напал-то я. Они что, вот поспорились, передрались и разошлись? Нет. Напали на них. И лидеры этого сопротивления оказались в тюрьме. А трибунал искусственный создали. Кто его создавал? Сами же и создали. Давайте сейчас мы соберемся, вот трое, будем всех судить. Вот его будем судить первого. Посадим его в клетку. А для этого нам нужно много денег, потому что клетку надо, суд надо, платить надо адвокатам, обвинителям. Это все же организовано, все это сделано на международной арене. Что делает? Кто дал право на международной арене так действовать? Никто не давал такое право. Там уже было массовое убийство. Массовое убийство началось тогда? Любого народа. Когда? Тогда. Сколько убили американцев? Знаете там массово? Сколько? 3600 человек, граждан. Граждан, мирных граждан только убили. И 2500 военных убили американцы. Вместе с этой армадой, которая налетела. Но Тито же убил практически всех народов, которые против. Я понял, что на вас можно в любой день, в любой момент нападать. Всегда обидно. Раз я на него напал, значит, у него что-то было плохое. Я у вас недостатки найду сразу. Это не проблема. Вот там, в Югославии нашли недостатки. Разве это дает? Есть нормы международного права. Они какие? Буржуазные? Да. Буржуазные. Как называется игнорирование буржуазных норм? Буржуазных норм игнорирование. Как называется? Демократических. Фашизмом это называется. А вы мне рассказываете, кто у них там было, чего там они слабые, какие у них там недостатки. Ну, раз недостатки у вас есть, сжечь вас нужно. Это в газовой камере. Вот здесь недостатки наши устранялись на территории Советского Союза, в войну. Сжигали людей в газовых камерах. Ну, чтобы они зря люди-то не пропадали, волосы собирали, чтобы делать матрасы. А из кожи человеческой делали абажуры. А почему? А почему из них делали? Да потому что они слабые оказались. Ну, не совсем слабые, поэтому все это вернулось назад. Ну, Тито же то же самое делал, как фашизм. Вот человек, который какой-то один вопрос решает, он не должен перескакивать на другой вопрос. Это просто первое условие логики. Не надо перескакивать. Если мы решаем вопрос о том, действия Соединенных Штатов Америки, их сателлитов, НАТО, стран НАТО, которые напали на Югославию, нельзя оправдать. Вы занимаетесь сейчас оправданием фашизма, дорогой товарищ. Нет, я... Как нет? Да, то есть вы пособник фашизма. Но это в этом вопросе... Что? Тито вот. Это тоже массовое... Мы не о Тито говорим, мы оцениваем действия НАТО. Вот это действие фашистское, поскольку они игнорируют международные демократические нормы и устанавливают диктатуру чего? Реакционную диктатуру. Наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Какого? Своего. Вот это их фашизм. Это фашизм американский. Поддержанный другими странами, которые ни в какое сравнение с Америкой не идут, потому что они ни на какое руководство претендовать не могут. Вы сейчас поддерживаете американский фашизм. Начинаете рассказывать про то, какие недостатки были у жертвы. Разве об этом идет речь? Мы говорим о той политике, которая... проводили нападавшие на Югославию. Если... Зачем они ударили ракеты по китайскому посольству? Чтобы Китай не вмешивался в это дело, на всякий случай. Вы думаете, что они промазали, что ли? Но если по такой логике, то... А по какой еще логике? Вы как вообще определение фашизма знаете? Так надо пользоваться определением.
Но какая еще у вас логика может быть? Когда СССР нападал на Германию, это тоже фашизм? Кто нападал? СССР. СССР нападал на Германию? Да. Это кто это? А где вы? В учебнике? Сначала Германия нападала. Вы в учебнике прочитали? Потом СССР нападал. Это вы еще не выучили русский язык. Нападал – это означает… Это нападал означает начало войны. А наступал – это другое слово. Вот выучите разницу между нападал и наступал. Нападала только Германия на Советский Союз. А вот наступление было, контрнаступление советских войск и наступление вплоть до Берлина. Это наступление, а не нападение. Вы неправильно употребляете слова. В переводе на русский язык означает, что вы хотите поставить Советский Союз на ту же самую доску, как гитлеровскую Германию. То есть вы тут опять пособник, но уже немецкого фашизма. Ну, на этом мы даже не можем продолжать после этого лекции перерыв. Мы должны дать остыть возмущению. Возможно.